Так, ну давайте знакомиться. Давайте знакомиться. Мы с вами уже были знакомы однажды. Телефон вы нам дали. Через столько лет это уже вот. Кстати, столько лет прошло, блин, с того момента, как вы мне дали телефон. Да? Да. Выходили, помните, возле Контигира была горячая выпечка? Была. Да. Ну вот, вы ко мне ходили за выпечкой, за хачинами. А теперь вы к нам, да? Да, кстати, столько лет прошло, и мы только вот сейчас созрели, ну, как бы занялись участком, и я встал вопрос про саженца, я говорю, Андрей, слушай, говорю, у меня же, говорю, такой хороший клиент ко мне ходил, говорю, я помню, где ты телефон оставлял? И мы нашли ваш телефон, и вот к вам приехали. Все понятно. Я помню, вы ко мне постоянно ходили. Так, сейчас вы, конечно, те, кто до вас был, им достались вот такие саженцы. Ну, это хорошо, что они не крупные, они лучше приживутся. Где будете садить? Полевая Айдай. Полевая улица Айдай. Ну, у нас там не на горе, у нас ровная поверхность. А, понятно. Нет, не ровная, 5 градусов. Ну, градусы они нужны, тогда меньше застой снега и меньше выпрывает. Так, понятно. А на рынке полно саженцев, почему вы туда не сунулись? Ну, я потому что про вас вспомнила. Дело в том, что... Во-первых, как бы, ну, репутация у вас хорошая. Я помню, вы так мне увлеченно про свои деревья рассказывали. Я говорю, ну, наверное, говорю, это... Я говорю, человек, ну, знаток своего дела. Говорю, поехали. Знаете, я снимаю, камера включена. Так вот, на рынке только один настоящий садовод. И попробуйте вы его, когда вы подойдете, вам будут улыбаться. Вы оттуда будете вернетесь без денег, саженцы у вас через год-два умрут. А кто у нас там? У нас на рынке только Володя Тоторов. А нет, я только знаю эту Защитину. А она не своими торгует, я только про тех, кто торгует своими. Понятно. Не, остальные все перекупщики. Не знаю даже, по-моему. Да мы даже, говорю, мы даже не выбирали. Я сразу про вас вспомнила. И все, и мы телефон нашли и к вам. Ясно. Ну, мы даже никого не искали больше. Мы вот сейчас ехали к вам в Майна, это объявление, продам саженцы, прямо возле домов саженцы стоят. Стоят. Мы даже не останавливались, нет? Я просто вспомнила же, говорю, ну, что... видите, есть разница. За ту же цену купить в горшке, где выращено в горшке. Я сейчас вам вместо анекдота расскажу. Вот смотрите. Видите? В горшке выращено. Ну, лучше так не надо. Не, ну поверили, что в горшке. Вон они зелень. Да мы даже и цены не узнавали вообще ничего. 90% саженцев на рынке делается так. Горшок последний момент. Да, зато корневая, она уже не нарушена, ничего. Ну, я говорю, мы ничего вообще, ни цены не узнавали. Вот поэтому я даже не знаю. Я сейчас расскажу анекдот и больше не буду вам мешать. Ленинград, Питер. Женщина, наученная мной, прочитала мою статью, приходите на рынок, прежде чем купить, начинаете дергать вот так. Вот, если выдернулся, значит, это, халтура. То есть его привезли с юга, поставили, в горшок поставили и на рынок. Она говорит, я так и сделала. На третьем саженце за мной гнались эти, чтобы морду набить. Продавцы. Она у одного молчали, одного, ага, подергала, выдернулся. Второго, а третий это за ней погнался, что, ну, поняли, да? Вот. И вот это рынок есть. И когда я спрашивал на нашем, заметьте, на нашем рынке Кодры, откуда саженцы? Скал. Ну, вы знаете кал, сколько там, 10 км, да? Скал. Я говорю, в калах нету никакого питомника. Вы что, лапшуешься? А мы там доращиваем. То есть они привозили калы, вставили в горшки, присыпали землей, и получались точно такие же. Вот. Ну, а потом человек приезжал к себе домой, вот, разрезал горшок, как мы учим. Вас научили вот так разрезать горшки? Разрезать, да. Разрезаю горшок, а корни голые. Вот. И большинство даже не просыпается. Ну все, я больше не буду вам мешать. Только один вопрос. Вам нужны мои книги или вы это обойдетесь? Нет, давайте. 1500. Но это супер книги. Она там, что там в книге? А я сейчас покажу.
Так, где здесь? А, он разговаривает. Открыть дом, не открыть? А? Открыть, да? Сейчас.